Привет, привет, мои дорогие ребята, у меня ужин, я думаю, что он офигительный. Смотрите, что у меня на ужин. Ну, это соус с чесночком, и знаете для чего? Для синеньких, то бишь баклажаны. Я пожарила баклажанчики просто быстро. Ребят, не успею его записывать, потому что я жарю, там, допустим, что-то готовлю, грядочку, что-то там, вон, помидорку обрабатываю потихоньку. Ну, просто обжаренные на сковородочке. Соус с чесночком, с зеленью, картошечка, просто объедение. Я уже сегодня что-то доделала из-за того, что у меня голова кружится, думаю, надо пожрать. Я ела только с утра и давно не жрали. Обалденный чупарина. Он уже под маслицем. И селедочка. Это кикос. А баклажаны. Это невероятно вкусно. Селедку сейчас покупаю филе, пока она в пятерочке по акции. Кстати, я покупаю не просрочку, как кто-то написал, что я ем просроченные продукты. Я беру паксы. И не оскорбляйте практически больше половины страны. Сейчас многие люди живут по акции. Для акции. А просрочку, вот извините, некоторые бабушки до чего довели нашу страну. При том, что которые всю жизнь поработали на эту же страну, стоят у мусорных бачков. Это грустно. И ждут, когда выкинут какой-нибудь, ну, магазин там, я не знаю какой. Я один раз такое видела, давно, правда. Везут тележку из Магнита. Как раз, может, на дачу я ехала, не помню. А, или что это такое? Ну, нет, он не упал у нас. Везут тележку из Магнита, а за ней уже бежит очередь. Поэтому как вкусно. Он ждал меня, этот кабачок. И дождался. Не надо ничего выдумывать. Ну, гриль сковородки у меня нету. Пришлось. Ой, это что с чем? Просто на маслице. Без всего посолить. Кабачок, я сказал, синенький, баклажан. Просто посолить и обжарить с двух сторон до готовности. Он мягенький. Обалденно вкусно. Ой. У меня сегодня будет рыбный день.
картошка. Сделала в микроволновке, поставила на функцию картошку в мундире. Она, чуть-чуть масла, чуть-чуть соли. Она запеклась. Даже чуть-чуть с этой, зажаркой, ну, с поджаркой. Ой, ребята. Только не ем тут масло растительное. Не хочется пачкать кофту. А то же я могу об кофту вытереть. И даже без колбасы. Ну все, это вот, ой, какой вкусный ужин у меня. Завтра тоже буду потихоньку, не знаю, если раньше встану, я сегодня встала, я пойду в парник. Я сегодня грядку чеснока обработала, грядку помидор осталось, там две штучки, подстригла. Может еще вот эту грядочку. А в парник я зайду, выйду. Только полью вот вечером там огурцы. Там невозможно. Я потихоньку что сделаю, что могу. Еще потому что я с утра малину собирала, завтра опять надо малину собирать. А то упадет. Как вкусно. Кстати, я вообще как-то давно-давно делала закуску из синеньких. Ну, это баклажан. Но я вот почему-то как-то ее не ела. Хотя вот, ну, немножко поем и все. А вот так это очень вкусно. Съел, пожарил и съел. Умопомрачительно. Я обычно всегда варю много картошки. А тут прямо чуть-чуть сварила, чтобы сразу съесть, это уже наелось. А соус майонез. Чесночок. И зелень. Я еще вот так оставлю. Ну, сегодня вечер. Все. Спасибо всем, кто ел. Готовить каждый может. Пока-пока. Всех обняла.